Привет, ребята, с вами Кристина. Сегодня я вам расскажу о моих покупках на лето. Видео это называется «Мои дорогие покупки на лето». Дорогие, потому что я купила сегодня две вещи и вам их покажу. Две вещи – это очень дорогое платье и дорогая маечка. Много я всего не покупала, потому что у меня и так достаточно одежды, у меня ее очень много. Но в этом я решила снять, во-первых, она очень яркая, но, во-вторых, она стоит недешево. Сейчас я немного пройдусь в этой одежде. Под майку я одену шорты, которые я покупала уже давно. Они, собственно, не новые. Но обратите внимание на маечку, какая она яркая, каким она цветом. Ну и обязательно напишите в комментариях, что вам больше нравится, платье или маечка. И какой цвет красивее. Поехали. Два наряда очень красивые, особенно вот эта вот маечка, прям убила меня своей красотой, яркостью, цветом. Если вам понравилось это видео, ставим лайк, подписываемся на мой канал. Всем пока!